Спасибо. Я считала, что каждый день выкладываются ролики надоем своим подписчикам. Мы сейчас выкладываем 5, 6, 7, 8 роликов в день на канал. Это неправильно, потому что в YouTube приходит всего лишь 5 оповещений, ну, больше не приходит. И YouTube крайне негативно к этому относится со стороны, если вы будете спамить этими роликами. Если это ваши ролики, которые помогают вам наполнять канал, и если у вас есть только контента, то размещайте. Смотрите, вы должны понять, чтобы расти, вот ко мне приходят люди, которые уже, у него там 36 тысяч подписчиков, и он не растет, он уперся. Да? Почему? Потому что у него нет развития этого самого канала, то есть он уперся, нет охвата, нет большего охвата, да? А как можно сделать больше охват? Снять больше интересных роликов, чтобы вас находили больше в YouTube, чтобы вы показывались больше в похожих, чтобы вы показывались больше в рекомендованных видео, а чтобы показывать больше, надо больше роликов и грамотный, качественный контент. Поэтому, если у вас есть что снимать, снимайте. Многие наши конкуренты, они вещали, говорили, это нельзя снимать ролики каждый день, это плохо, да? Мы начали снимать каждый день, мы начали размещать в день там по 3, по 4, и наши конкуренты начали чуть ли не каждый день уже по 2, по 3 там туда-сюда там, но у нас команда, мы сильны командой, так и вы, если у вас есть что размещать, не бойтесь надоесть своим подписчикам, если вы делаете грамотный контент, понравится всем нельзя, вот реально вам говорю. Быть для всех офигительным своим в доску нельзя. Делайте то, что нравится вам и то, что вы считаете нужным.